На часах 13.05, а это значит, что вы смотрите прямой эфир универсального формата. Я приветствую всех телезрителей телеканала «Самара ГИС». Ну и, конечно же, хочу сказать, что с вами эти 38 минут буду я, Юлия Север. 202-11-22, телефон нашего прямого эфира. Как всегда, вы можете к нам дозвониться, задать свои вопросы нашим гостям, ну и стать участниками нашего эфира, рассказать о себе, ну и в частности, о своем ребенке. Сегодня, я думаю, наша тема будет интересна всем родителям, всем детям. Присоединяйтесь, потому что сегодня будем рассказывать о раннем развитии, как же, собственно говоря, научить своего ребенка читать с выражением, решать математические какие-то сложные уравнения уже в юном возрасте. На все эти вопросы сегодня, собственно говоря, и дадим ответы. Я вам представляю наших участников. К нам сегодня заглянула Ассоциация Центра изобретательства и инновационного образования ТРИС Самара, собственно говоря, Центр Бакалабрики, которая... Бакалибрики, извините, пожалуйста. Все, немножечко переволновалась я, потому что действительно, настолько умные дети у вас. Сегодня покажем как раз видео занятий, потому что действительно это достойно уважения. Итак, я представляю всех поименно. У нас сегодня Рашид Шарипов, исполнительный директор. Здравствуйте. Здравствуйте. Рядышком со мной расположилась Диана Ангелова, руководитель филиала Центра Бакалибрики, который находится на пятой площадке. Ну, собственно говоря, мы расскажем тоже, как давно открылся ваш филиал, что интересного нам можете рассказать, показать. Дальше продолжаем знакомиться с нашими гостями. Елена Гержановская, менеджер по развитию, ну и, собственно говоря, ТРИС-педагог первого уровня. Здравствуйте. Очень приятно. Ну, вот эта вот юная леди, которая кажется совсем юна, но она уже успела добиться многого, и вот на вас, наверное, поразят ее какие-то регалии. Итак, у нас Вероника Куркина, заведующая кафедрой кинематографии экспериментального детского института творчества. Здравствуй, Вероника. Здравствуй. Ты вообще понимаешь, насколько серьезна твоя деятельность? Конечно. Хорошо. Нам тоже расскажешь. Ну и рядышком расположилась Елена Куркина, ТРИС-педагог второго уровня, ну и по совместительству, собственно говоря, мама Вероники. Да. Правильно? Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Все верно. Ну что ж, вот мы сегодня назвали, да, действительно очень интересное название, емкое название вашей ассоциации. Ну и, собственно говоря, первый, наверное, вопрос, чтобы наши телезрители поняли, о чем мы сегодня будем говорить, именно касаться будет ТРИС-педагогики. Что такое ТРИС? Как давно вообще зародилось это? Это, не знаю, даже что, педагогика, наверное, движение в мире. Расскажите, пожалуйста. Хорошо. ТРИС – это теория решения изобретательских задач. Вот если мы сейчас это... Да, у нас есть презентация. Давайте мы сейчас ее увидим как раз ее на эфире, чтобы наши телезрители и внимали, и слушали, и смотрели, и все их внимание было направлено как раз... Живая история. Живая история. Хорошо, смотрим картинки. Автор теории решения изобретательских задач – это Ашулер Генрих Саулович. А вот в 1946 году они написали письмо Сталину, и вот с этого момента начинается история ТРИС. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, значит, вот, а следующий слайд. А можно нам побыстрее, пожалуйста, листать презентацию? Вот они опубликовали статью о психологии изобретательского творчества, да, вот Альтшулер, Шапиро. Вот на следующем слайде, этот Альтшулер рядом с Шапиро, вот слева от него Шапиро. Но потом... Шапиро как-то отстранился от деятельности, а Альтшулер продолжил. Вот. И он занимался методологией изобретательского творчества, работал в патентном отделе. Он проанализировал более 100 тысяч патентов и авторских свидетельств, и вот на основании этого вывел 40 принципов. Так, покажите, пожалуйста, это сюда, да? Мы сейчас посмотрим презентацию, а потом сможем с вами увидеть. И вот в 1969 году издается книга в издательстве «Московский рабочий. Алгоритм изобретения». Вот с этого момента начинается как бы вот массовое распространение по всему Советскому Союзу заинтересованность вот этой теории. Людей. Да. Угу. То есть люди, прочитав книгу, начинали находить сильные технические решения. Да? Вот. И, наконец, в 70-м году Центральный совет ВАИР принял решение о создании общественной лаборатории методики изобретательского творчества АУМИ. Это было в Баку. Вот. И через год после этого на основе вот этой вот АУМИ создается открытый Азербайджанский общественный институт изобретательского творчества, АЗОИИТ. Вот. Но он просуществовал недолго после того, как Альтшулер обучил этих польских изобретателей. Центральный совет ВАИР выразил недовольство этой его работой, и, значит, вот закрыли. И ОВМИ, и этот Альтшулер ушел из АЗОИИТ. Но он еще просуществовал на общественных началах еще целых 10 лет, до 1984 года. Вот.
Потом, следующий слайд, пожалуйста. Выходит в 79 году, выходит книга «Творчество как точная наука», вот, в которой собраны уже это, основные инструменты ТРИС и впервые опубликованы законы развития технических систем. Вот. Вот чем отличается ТРИС от всех остальных методик? Это как раз наличием законов развития. Угу. Никто не говорил ни до, и вот после Альтшулера, никто не говорит о законах развития. Считаю, что творчество – это некий процесс инсайта, там, да, то есть он сидит, вот, думает, думает, и вот неизвестно, откуда ему идея приходит. На самом деле технические системы развиваются по определенным законам. Вот. И эти законы можно выявить, их так сказать, использовать в поиске технических решений. Вот в этих книгах это написано. В 1984 году выходит книга для детей, и тут появился изобретатель. В это время у нас уже работал в Самаре. А из, клуб изобретателей «Тризовец», и вот к нам приходили, ну, присылали часть тиража, мы распространяли среди детей, угу. Это по школам, по детским садам. Вот, в 85 году выходит книга «Профессия. Поиск нового», и вот обратите внимание, везде выходит вот в этих, ну, в республиканских изданиях, в центральных нигде его не печатали. То есть там Альтшулер не очень-то дружил с властями. Вот. Ну и вот хотел показать вам, вот это в 85 году вот этот мой учитель, это вот следующая презентация, там будет, говорить, вот он привез, возил вот этот альбом, мы сделали альбом принципов, вот эти 40 принципов, которые вытекают из проанализированных патентов и авторских свидетельств, где там есть это, в авторском свидетельстве формула изобретения есть «было», «стало», да, и вот переход от «было» к «стало», и как раз есть изобретательский прием. И вот эти приемы, он здесь вот... Вот 40 штук, они здесь в альбоме есть. И вот его автограф. Крупнопланом, если дадите. Я... Вот здесь вот. А, ну, мы можем 86... вот так вот положить. Наши... А, вот так, да? Да, наши вот, операторы вот, как раз смогут навести. Вот, в 86 году выходит книга, которую можно считать учебником ТРИС. Это «Найти идею». Там вот как раз собраны самые последние разработки не только Альтшулера, но и его учеников, и вот этой общественной лаборатории. Вот. В 89 году выходит книга Злотина, Зусмана и Альтшулера. А это, а, как там, «Профессия. Поиск нового», да, тоже? Я думаю, да, наши телезрители. «Поиск новых идей» – это озарение к технологии, теория практики решения изобретательских задач. Вот, Злотин и Зусман это ныне, значит, возглавляют эту лабораторию в Бостоне, она вот, в США. Вот, ну, эти ученики Альтшулера по большей части сейчас работают за рубежом. Вот. В 89 году Альтшулер создает Всесоюзную ассоциацию ТРИС, членом которой я там заявление подавал, и вот еще тогда, в эти времена уже была эта ассоциация. Вот. И, наконец, последняя книга в 94 году в авторстве Сверткиным. Он издает книгу «Как стать гением». Да, вот там, и разбирается жизненная стратегия творческой личности. То есть, если до сих пор они занимались только техникой, то вот с этого момента, да, значит, они начинают заниматься уже психологией и личностью, и ее развитием. Вот. Слушайте, ну, меня, как простого обывателя, поражает то, что действительно есть законы развития, потому что, ну, кажется, что все это вот, вот да, так вот... Хаотично, вот, да, да, все, хаотично, что, все это хаотично, пускаешь да. ребенка и сам что-нибудь... Вот да, вот как он, раз да. мы сейчас видели сейчас крупным автограф. Планом показали, да. Это вот, вот его автограф. Дальше. Вот еще можно... Мы с ним были в переписке. Здесь вот тоже можно показать. Вот его тоже автограф на одном из писем. Насколько... История. Опыт, да, история, да, история. И опыт передается, на самом деле. Хорошо. История ТРИЗа в Самаре. С чего зарождалась? Ну, давайте теперь расскажем да, поподробнее об истории ТРИЗа в Самаре. Да. Как давно да. уже? Это в 71 году, наверное, потому что точно я не могу сказать, но из писем Альтшулера следует, что именно в 71 году ТРИЗ приехал в Самару и привез его Санников Вадим Николаевич, мой учитель. Вот. Я с ним познакомился и прошел у него обучение в 83 году. А вот это происходило. Вот на следующей презентации. Да, у нас есть презентация, как раз, которая да. Рассказывает об истории ТРИЗа именно в Самаре. Вот, вот Санников Вадим Николаевич, и он работал в областном совете ВАИР, там был факультет патентоведения, или это институт общественного патентоведения, и в нем факультет научно-технического творчества. Вот он его создал, этот факультет, и руководил его работой до самых, значит, последних своих дней. Вот. В 83 году я там отучился, учились, кстати, вот в Доме техники, а он тогда был в Иверском женском монастыре, который сейчас вернули опять. Вот. И вот в 85 году
Я прошел обучение, и мне казалось, что я что-то понял. На самом деле... Нет? Нет, да. Ясно, то что ничего не ясно. Сама теория очень трудна в понимании. И вот, как некоторые говорят, жетончик проваливается тогда, когда год пройдет, когда все это переварить. Да, угу. Потому что, ну вот сами вы продумать. Говорите, да, поверить в то, что существуют какие-то конечно, законы развития, да, ну невозможно. Вот. И вот мы, значит, создаем вот, на заводе Тарасова такой же факультет. Несколько раз встречались с главным инженером, Пановым, очень хороший человек. Вот он нам помог это организовать. Вот. И вот в 86-м году, это Злотин у нас был, Злотин, который написал с ним эту книгу, эту «Профессия поиск», ну вот он сидит там, подписано. А это Зусман, который вот они сейчас, это, ну его жена, и они сейчас живут в Америке, и там вот ZZLab они организовали, mm-hmm. там тоже продолжают исследования вот, в области ТРИС. Вот слева Альтшулер, он уже старый, это в 86-м году, справа Санников, это они на встрече в Новосибирске, да, в 86-м году. То есть история вот. ТРИЗа Самары связана, ну так вот, очень да, близко. Да, вот это Санников. Mm-hmm. Санников, значит, это в 87-м году, это, а, ну я был первым президентом вот этого вот клуба изобретателей, mm-hmm. он был призовой Тарасова, и вот в «Современнике» как раз базировался. А вот вы видите, это вот назад, а, это вы назад вернули, да? Чуть-чуть дальше вперед. Следующий слайд. Да, у нас могут немножечко да, вот. Техника. Это вот как раз. Поэтому. Да. Вот заседание клуба это изобретатели современники, юбилейное. Это вот было это в каком? 87-м году. Угу. А, уже в первом году. Да. В первом году. Вот. Следующий слайд. Потом вот, в 2005 году Сальников умер, и мне пришлось возглавить вот, Самарское отделение Международной ассоциации ТРИС. Провели собрание, я тогда работал в Центре детского творчества «Восход», вот он базировался на это, Блюхер-23, сейчас там детский садик, да? Тогда мы вот и начинали работать тогда с детьми. Как пришли к работе с детьми? Начинали это обучать вот в рамках работы это, Института патентоведения со взрослыми людьми, да? И оказалось, что, и вот сейчас мировая практика это тоже подтверждает, что в ТРИЗе после обучения остаются не более 1% из взрослых обученных. Mm-hmm. Вот это касается это людей зрелого возраста и молодых людей. Молодых специалистов мы обучали в Центре внедрения «Арсенал». И, значит, со школьниками работали. И везде вот не более 1%. Пополнения нет. Сейчас старая гвардия вымирает, и очень старые люди уже. А пополнения молодежи нет. Ну, кроме как вот из нашей среды, да, из нашего центра. Вот. И вот, значит, это, после вот этого, того, как я возглавил эту организацию, mm-hmm. мы переходим к работе с детьми. И вот начинается ТРИС-педагогика. Самарская версия ТРИС-педагогики, она это делает упор как раз на дошкольников. Почему на дошкольников? Потому что творческое полушарие, да, правое полушарие, а его натренировать и сформировать, творческую личность, можно только до 6 лет. После mm-hmm. 6 лет уже поздно. Так же, как и если ребенку, ну, факт существования детей Маугли, они это и доказывают, что после 6 лет невозможно и научить даже говорить, если до этого ребенка... Не занимались да, с ребенком. Не mm-hmm. То есть 6-летний рубеж, он говорит о том, что дальше уже бесполезно. Вот. Поэтому основной упор мы это в своей работе делаем дошколяр. И начинаем работать аж с полугодовалого возраста. Вот. Вот Елена Владимировна, да, вот она это специалист, первый ТРИС-педагог второго уровня, вот ее сертификат. Вот остальные пока у нас еще первые, не да. Ну, у нас тоже есть такие. Ну, тоже есть такие, хорошо. Для первого уровня. Ну, давайте теперь от истории ТРИС, собственно говоря, перейдем к центру бакалеврики. Ну, я так думаю, то, что как раз о филиалах нам расскажет Елена Владимировна, правильно? Давайте, рассказывайте. Юлечка, я, во-первых, хочу поблагодарить вас, всю студию ГИС, что пригласили нас сюда. Большое вам за это спасибо. И хочу пригласить вас в гости. Хорошо. В центр. Принимаю приглашение. Не только Веронику, а других детей. Ну, в общем, проехаться по нашим филиалам. Mm-hmm. Так что вы будете их у нас много, желанные я так гости. Давайте рассказывайте. Да. Ну, вот я сейчас немножко расскажу. Потом я хотела бы обратиться к мамочкам, папочкам, бабушкам и дедушкам, у которых есть замечательные детки. Приходите к нам в центр, в наши филиалы. Обучим, расскажем, покажем, поможем mm-hmm. всем, чем можно. Хочу для родителей просто показать. Это адрес нашего сайта
примерно он выглядит вот так. Но так как мы растем, изменяемся постоянно, и, естественно, сейчас сайт наш находится в разработке, и он будет иметь немножко другую структуру, где-то примерно вот такую. Угу. Вот. Ну, чтобы не пугались, если то что, есть такой зашли. Дом... Да, да, да. Ну, это институт... Здание как раз. Ага, да, здание как раз. Хорошо. Вот, это во-первых. Во-вторых, Рашид Хамзович проводит семинары, обучающие семинары, где те, кто желают, могут пройти обучение и получить вот такой сертификат ТРИС-педагога первого уровня, у Елены Владимировны уже второго уровня, вот, и так далее. Вот такие люди, прошедшие обучение и получившие сертификат именно такого образца, именно за подписью Рашида Хамзовича, с печатью, вот, они уже успешно открывают либо свои центры, либо работают в каких-то заведениях. Вот я хочу немножко рассказать. Даже с детьми, со своими уже так хорошо. Так все и начинают. Угу. Вот здесь мы все родители своих детей. Да, у меня там трое. На личном опыте на все получилось. Да, и вот младше я вот коснулась этого чуда. Вот. Поэтому, конечно, в основном это те, кто попробовал, родители, увидели результаты, какие дают дети, и, конечно, потом они а выросли. А потом уже несут в массы. Конечно, хочется поделиться. Ну и вот я хочу показать, например, в Сызрани работает Бэбиленд, где работает детский центр, где также работает педагог, прошедший обучение у Рашида Хамзовича. Да? Вот. На этой неделе только снова в Уренгое прислали, они постоянно присылают фотографии, это детский центр «Егорушка». Егорушка, угу. Года два они уже существуют. Вот, они уже существуют. И радуют вас своими успехами. Да, да, вот они присылают. Вот это уже Самарская область, поселок Рощинский. Вот только они нам прислали несколько вот фотографий. Это вот Наталья Николаевна Семикина, она всю жизнь проработала завучем начальной школы. И вот сейчас работает с детскими садами, по 20 человек в группе, и она их успевает обработать. Да. И все ребятишки, вот она мне это вчера звонила, или позавчера мы с ней разговаривали, а успешно в школе. Угу. Учатся на 4,5. За ее детей борются вот эти учителя начальных классов. Угу. Да, чтобы потом уже продолжала традицию. Именно к ним в класс. Прославляли пришли. Класс, да, прославляли, да, школу, да, чтобы, да, потом. Да. Хорошо. Вот. Вот недавно у нас открылся центр в Тольятти, филиал нашего центра «Бакалибрики». Ну, хочу сказать еще про Самару, потому что Самара у нас большая. У нас есть микрорайон «Крутые ключи». Быстро развивающийся, молодежный такой. Угу. Вот там уже год мы работаем, филиал в «Крутых ключах» «Бакалибрики». Приглашаю, кто слышит, тоже к нам. Да, это обязательно. Как раз там и работает. Да, да, да. Слушайте, ну это действительно, потому что «Крутые ключи» сейчас развиваются очень активно, очень много интересных мероприятий, у них своя жизнь, вот, и поэтому какие-то такие интересные центры, мне кажется, там действительно они нужны и важны. Конечно, конечно. Актуально, да, обязательно. Это очень актуально. Актуально, да. Буквально вот в этом месяце у нас открылся еще один филиал. Вот руководитель присутствует, это на пятой просеке. Сидит рядом со мной и улыбается. Вот. Ну и хочу обратиться опять же к телезрителям. Пожалуйста, детки, берите родителей, мама, приходите к нам в центр. А тех, кто заинтересовался обучением, пожалуйста, звоните по телефонам, которые на сайте, и приходите обучаться. Получите такой же сертификат. И можете, пожалуйста, обучить своего ребенка профессионально. Ну, вы как кстати, раз сейчас видите... объявлен набор как раз на эту группу, да, педагогов, да, подготовки. Уже трое записалось. Да, по мере комплектования, да, групп у нас идет. То есть обучение. Вы не только детей принимаете, но и родители, которым необходимо уметь общаться. Родители, педагоги, те, кто хотят, что-то услышал, посмотрел, стало близко. Это же надо почувствовать, что тебе это нравится, что это твое. Ну что ж, коль мы заговорили о филиалах, и коль мы сказали, что совсем скоро новый спичеванный филиал открылся, я дам вам слово, но прежде давайте, чтобы все-таки наши телезрители поняли, как проходит занятие, что такое вообще, да, ТРИС-педагогика, как раз посмотрим небольшой сюжет, небольшое давайте. Видео, небольшое видео и вернемся в студию. Сколько лет тебе, Илья? 6. 6 лет. И вот ты так пишешь у нас, да? Да. Ну, посмотрим, оценим качество твоего письма. Ага.
правильно, умница. Теперь власть и президент. За Ельцином Путин встает во мне, за Путиным Дмитрий Медведев. Пусть умноваться они нам сулят. Посмотрим, куда мы придем. Да, мам? Такие очаровательные маленькие гении, я лично считаю, растут, точнее, уже, наверное, выросли. Каждая, наверное, сложившаяся личность уже, каждый индивидуальный. Ну, видно, что действительно глаза горят, многое знают, многое понимают, и на этот мир смотрят уже как совершенно взрослые люди. Хорошо. Да, это абсолютно. Диан, хочу к вам обратиться о вашем филиале. Расскажите, пожалуйста, как пришла идея вообще открытия филиала? Расскажите, чем вы занимаетесь. 10 марта мы открыли филиал у себя на 5-й просеке. Вообще, в сам центр Бакалеи мы попали тогда, когда у нас родилась дочка. Мы очень много ездили в сам центр, смотрели на процесс обучения, на те успехи, которые добиваются детки, типа нашей Вероники Куркиной. Вот. И решили, что однозначно со своим ребенком мы будем заниматься только по этой программе. Дома мы занимались по этой программе с 2 месяцев с Дариной, а в сам центр пришли, когда она у нас начала ходить, с 8 месяцев. Непосредственно то есть таких маленьких уже принимаете? Да, к Рашид Хамзовичу. Вот. Сейчас у нас дочке 2 года 10 месяцев, она у нас читает, хорошо знает цифры, считает, знает очень хорошо строение человека всего. Вот. Ну, очень еще прекрасно развита физически. Это тоже очень много значит. Вот. Ну, в общем-то, жизнерадостный ребенок. Вот. И посмотрели мы на ее успехи и решили тоже пройти обучение у Рашида Хамзовича. Вот. Прошли обучение и вот таким образом открыли филиал сейчас тоже на 5-й просеке. Вот. Ждем туда всех желающих. Не бойтесь, приходите. Все научим, научим и подскажем. Да. Сейчас уже есть мамочки, которые приходят в основном с одними и теми же вопросами. Все боятся заниматься ранним развитием детей. Боятся навредить? Боятся не то, что навредить, они боятся лишить своих детей детства. Ну вот ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Да, вот все считают, что да, в 7 лет ребенок должен прийти в школу, и потом он 10 лет там должен отсидеть, и там всему научит. Нет, здесь такое большое заблуждение в том, что, как вот уже Рашид Хамзович сказал, о том, что 80% вообще всего головного мозга, оно развивается активно до 3 лет, остальная часть до 7,5. И именно в этот промежуток времени нужно дать как можно больше информации ребенку об окружающем мире, стараться развить у него память, логику, воображение, развивать и правое, и левое полушарие. И только тогда, когда вы все это сделаете успешно, у вас ребенок не просто будет учиться в школе, да, он у вас будет действительно отличником, потому что он будет у вас успевать, во-первых, все делать, во-вторых, воспринимать информацию, он уже будет совершенно по-другому. С таким вот объемом памяти он уже придет в школу, и, естественно, и детство вы его не лишите. Детство у него пройдет гораздо интереснее, чем у всех остальных детей, да. Ну, вот прям взять один какой-нибудь банальный пример. Одно дело, вы придете в магазин и скажете: Наташа, давай мы купим булочку, пойдем покормим уточек, да? А другое дело, когда вы зайдете в этот магазин и скажете: Наташа, посмотри, какой хлеб бывает. Там лаваш, черный хлеб, белый хлеб. Там, как этот хлеб, расскажете, пекут там в Израиле, там в Грузии. Давайте там вместе с тобой этот хлеб, да, сделаем, там замесим тесто, все такое. Тогда, естественно, у ребенка будет гораздо больше вопросов, будет все время спрашивать, почему так, почему не так. И как раз вот в этот промежуток времени он всю информацию запомнит гораздо быстрее, чем он сядет в 7 лет в школу придет. То есть не лишать его выбора, а самому дать возможность мыслить, выбрать. Да, наоборот, для того, чтобы что-то выбрать, да, нужно, чтобы было меню перед глазами, правильно? Вот это меню и надо дать, то есть ему, предложить ему всю картину мира, как она есть. У меня один мальчик водил экскурсии по музею камней. Ходил и говорил. Маленький мальчишка, взрослый, говорил, вот это родонит, вот это аквамарин. И удивлялся. Вчера, значит, папа один похвалился, что мальчик у него знает все виды рыб. И на рынке всех удивлял. Карась, щука, сом. То есть все помнит, память? А ребенку, да, еще 3 лет нет.
А у нас ребенку нет 3 лет, она уже отличает картины Микеланджело от Дюрера. Слушайте, ну это что-то с чем-то. Вот мы сами удивляемся. Я сама даже не смогу, наверное, вот тут есть раз это, представитель, да? Это, да, давайте вот как раз спросим. Ну, во-первых, можно отобрать что-то? Отобрали детство у тебя или нет, Вероника? Нет. Не лежили. Сколько лет тебе, скажи, пожалуйста? Мне 7 лет. 7 лет. Хорошо. Ну, вообще нравилось заниматься в центре? Расскажи нам. Конечно, понравилось. Мне очень нравится. Очень нравится. До сих пор нравится. Хорошо. Елена, хочу обратиться к вам, ну, как к маме, как к тому человеку, который первый замечает какие-то изменения, первый видит, замечает какие-то радостные моменты. Расскажите, пожалуйста, что увидели вы, когда начала Вероника заниматься в центре? Вообще, прежде всего, хочу сказать, что вот данная программа, данная методика, да, она уже проверена временем, и она уже доказала, вот свои результаты показала, да, то есть эффективно, что она, и абсолютно любой родитель наших ребят может это подтвердить. Вот, к сожалению, формат студии, да, вот формат передачи таков, что в студию просто не могут прийти и все родители с детьми, да, и сказать, и сообщить, и порадовать вот нас здесь, показать какие-то свои достижения. Вот, а их, поверьте, очень-очень много таких детей. И вот моя дочка Вероника, да, и у меня еще есть вторая, которой нет 1,5 лет. Они только лишь всего вот одни из многих-многих-многих детей, которые с удовольствием занимаются у Рашида Хамзовича. Надо сказать, что мы занимаемся... Наверное, не только у Рашида Хамзовича, наверное, все. Да. Да, конечно, у нас есть. Под присмотром, скажем так. Конечно, конечно. И вот, в частности, мы занимаемся уже практически 7 лет, с 10 месяцев. Вот с 1,5 лет она у нас стала постепенно читать. К 3 годам она вышла в полное, уверенное, беглое чтение книг. Причем это происходило с полным пониманием текста, а происходило это благодаря тому, что ей параллельно давалась база знаний. То есть база знаний, которая позволяет абсолютно любому ребенку иметь представление об окружающем мире. Далее также с раннего, с самого раннего возраста происходило обучение и математике, да, то есть и счеты, и математическим действиям, логике, обучение английскому языку, контрадикционному анализу, методам полного процесса проектирования и многому-многому другому. Далее, например, вот с 4,5 лет моя дочка, наряду с другими детьми, а их, опять же, повторюсь, великое множество, да, у нас, принимает самое активное участие в мероприятиях различных кафедр экспериментального детского института творчества, который действует у нас на базе центра бакалибрики. И вот, обладая определенными знаниями и умениями на данных мероприятиях, дети вот с удовольствием, вы не поверите, то есть приглашая всех удостовериться, приглашая всех принять участие, дети с удовольствием представляют свои изобретения, готовят доклады на 2 языках, русском и иностранном, снимают сюжеты, ставят фильмы, делают потрясающие, потрясающие мультипликационные фильмы. Вот, кстати, Вероника, она заведует кафедрой кинематографии. Ну, мы сейчас с ней поговорим. Да. Вот. Поэтому приходите, пожалуйста, к нам. Далее, наряду с этим, хочу сказать, что вот большинство наших детей принимают активное участие в различных городских, областных, всероссийских конкурсах, да, и занимают призовые места. То есть это тоже хочется подчеркнуть, да, что они востребованы. Далее, конечно, вот наши воспитанники, они имеют ряд определенных преимуществ. Они имеют возможность раньше окончить школу, поступить в самые престижные вузы страны. Например, вот совсем недавно свежий пример – выпускники Рашида Хамзовича были приняты без каких-либо дополнительных экзаменов в МГИМО и МГУ. То есть вот таким образом. Браво. Да. Это действительно браво. Да. Далее. Ну, кстати, вот Анфиска Попова, да, вот она в МГИМО поступила. И это первая, она когда ей было еще, была, училась в 8 классе, первой стала ИТРИС-педагогом. Угу. То есть у меня первый сертифицировался. Да. Это 8-классница. Гордость ваша. Это, ну, естественно. Есть, да? Тепло на душе, когда знаешь о таких гостях. Если ты нас слышишь, привет. Обязательно, да, привет. Надо выдавать таких Анфис. И вот далее, соответственно, да, то есть такие дети, они, естественно, становятся специалистами самого высочайшего уровня в самых различных областях. Они, естественно, создают свои проекты собственные, надо сказать, успешные проекты, благодаря использованию ТРИС. И вот я очень надеюсь, что данная тенденция впоследствии будет сохранена, и благодаря всему этому нас с вами ждет великое будущее. Только вперед, только вперед. Хорошо. Но давайте, вот я знаю то, что мы заготовили небольшое такое задание для Вероники. Вероника, расскажи, пожалуйста, что сейчас будешь делать? Ну, я сейчас расскажу 30 знаков после запятой числа Пи. Угу. То есть ты это все наизусть помнишь?
изучала. У нее рекорд 270 знаков после запятой. Ну, 270 не будет. Да. Просто сейчас, чтобы не отнимать время. Официально зарегистрировано, вот лично, да, 188 знаков после запятой, да. Но это вот использование мнемотехники, которой все дети владеют, оно входит в обязательную программу. Вот это, ну вот давайте вот, да, чтобы вот для проверки. Так? Например, вот она сейчас не видит этих цифр, засмотрит. Можешь прям в камеру говорить, чтобы наши зрители верили. Итак, давай. 3, 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38, 32, 79. Вот, пожалуйста, наши телезрители, я думаю, смогли убедиться. Да, но здесь... на самом деле я раскрою, да, небольшой секрет, то, что я видела, у нас есть видео, собственно говоря, где Вероника читает действительно 200... Там 188, там 188. Не дошла она. Дома она ставила рекорд 270, угу, да? Но на съемках, видимо, она там устала. Переволновалась. Ну, вот давайте посмотрим, народу, там же они друг за другом идут, понимаете? Секунды прям посмотрим. Вот как раз один из примеров. Вы видите, какой длинный хвостик после запятой на экране. Вы видите, как она сидит, болтает ногами. Никто ее не принуждает. Давай вот ты быстро. Улыбается девочка. Без слез. Вот, смотрите, пожалуйста, дорогие зрители. 270 знаков. Ну, 180 она... Ну, вот она, да, вот дошла до 94-х, хорошо, как раз 188-й знак. Вероник, ну расскажи, пожалуйста, о своей кафедре. Чем вы занимаетесь там? Мы снимаем разные различные фильмы, мультипликационные фильмы. Также мы делаем различные, вот так можно сказать, даже такие... Документальные фильмы такие, да? Доклады. То есть не просто детские мультики, а уже документальные какие-то. Интервью, с детским подходом. Да. Угу. Ну, как так правило, приурочен какой-то дате. День какой-то Победы. Там, Дню Победы, они брали. Я думаю, сейчас День Победы ветераны. Как раз у вас будет... Да. Освещен. Освещен. Да. У нас будет все освещено, да. Вот. Ну, вот это заведующий кафедрой, он всех оповещает, пишет сценарий этого дня и, значит, пишет условия. То есть, какие там надо. И в условиях обязательным элементом это доклад о какой-то личности творческой, да. Это для чего нужно? Вот в конце жизни Альтшулер занимался жизненной стратегией творческой личности. Вот. И не успел это доделать, и поэтому вот эти дети, они это, выбирают какую-то личность, делают о ней доклад. Ну, например, там, Томас Альва Эдисон, там, или Генри Форд, ну, такие, кто оставил какой-то след в истории. Вот. И вот это, значит, добавляют в копилку жизненных стратегий творческой личности, на примере которых уже дети будут строить свою биографию, то есть, ну, как-то вот выстраивать свою жизнь. Хорошо. Вот это делают маленькие дети, дошколята, да, делают профессионально, надо сказать. Вот. И вот такие вот, как Вероника, дети, вот Юлия Владимировна, дочь, да, это Евдокия, она заведует кафедрой психологии. Тоже два мероприятия уже провели. А кафедра должна не менее 3 мероприятий в год провести. Вот Вероника справляется, даже больше, по-моему, она делает, да? Вероника, какие планы у тебя на будущее? Ну, сейчас уже много за плечами есть, много каких-то результатов. Что, чем хочешь заниматься в будущем? Я очень хочу быть врачом. И чтобы не двигаться к намеченной цели, я уже предпринимаю ряд действий. Я собираю, структурирую информацию о строении живой клетки, о строении органов и систем человеческого организма. Я делаю презентации о различных заболеваниях и о тех, с которыми медицина научилась бороться, и о тех, которые пока, к сожалению, не поддаются излечению. И я считаю своей задачей именно посредством ТРИС создать новые инновационные методы успешного лечения, а значит приблизиться к тому моменту, когда многие-многие люди будут полностью здоровы. Слушайте, я... Можно минутную паузу, пожалуйста, мне? Потому что... Слушайте, я вот... Потому что... Ну, вот хочу добавить, она уже знает... Испортили детство ребенку. Нет. Она уже знает, вот она мне сдавала как раз это, да? Название всех косточек человеческого тела на латыни. На латыни? Так точно. То есть ты даже знаешь уже... Да, сейчас, может, она уже подзабыла, но год назад она... Хорошо, ну слушай, ну если уже есть такие устремления, я думаю, надо добиваться, действительно. Я верю, что ты всего добьешься. Мама, не против? Спасибо. Медицинской практики? Нет, я только за. Вы только за. Такая цель стоит у ребенка, я не могу ее отнять. Тем более, что я не могу быть против. Бабушка у нее тоже, да, имеет отношение к медицине. Да, имеет отношение к медицине, да. То есть такая династия немножечко где-то будет. В своем
прерыванием, да, но будет. Хорошо. Ну, коли уж у Вероники я узнала о планах на будущее, хочу спросить, собственно говоря, у вас, о вашем центре, что же нам ждать? Какие интересные... Да, наверное, вам. Ну, вообще-то это, планы у нас очень такие глобальные, да? И это у нас 2 минуты, поэтому, да, к сожалению, понял, да, не сможем. Всегда принцип Наполеона. Требуй невозможного. Ну, вообще, хорошо бы было, конечно, внедрить триспедагогику вообще в общеобразовательную систему. Хотя бы в детских садах, да? Потому что 40 тысяч ежегодно детей минуют рубеж вот этот 6-летний, переходят с недоразвитым правым полушарием, да? Для них путь к творчеству уже закрыт. Понимаете, каждый год мы теряем по 40 тысяч людей, ну, по крайней мере, в Самарской области, да, вот для творческой инновационной деятельности. И вот сейчас... Если бы, да, если бы в детских садах внедрили эту концепцию, с концепцией я обращался к губернатору еще Картикову, и это ходил в министерство, предлагал. Ну, они то ли не понимают, то ли им некогда, то ли у них там вот эти в ГОСы запрещают там это делать. Ну, в общем, пока нет. Но в министерстве, это Министерство экономического развития поняли, и одобрили, она подписана, эта концепция. Угу. То есть вот. Планы, во-первых, планы внедрения триспедагогики в общеобразовательную систему. И у нас есть, да, шаги по этому вопросу, да? В муниципальных нескольких садах у нас есть триспедагоги, которые тоже обучились, в частных детских садах. И конкретно вот в частном детском саду «Львенок», там именно педагог с таким сертификатом, обученный, он дает занятия. Поэтому все-таки можно найти, да, если кто захочет. Конечно, в Рощинском, Наталья Николаевна, проводит занятия уже не один год, может быть. То есть она воспитатель, она обучилась, и она дает это. Ну, именно в детских садах. В школах, так как мы решили, немножечко уже поздновато. Это бесполезно, да. Это бесполезно. Же там 7-летние дети уже туда поступают. Диан, ну давайте вместе со мной, собственно говоря, призовем наших телезрителей. Приходите все к нам. Не бойтесь ничего. Все покажем, все расскажем. И будем видеть рады каждого нашего ребенка. Вашего ребенка. Да, каждого ребенка, ну и, наверное, каждого того человека, который заинтересовался триспедагогикой. Который хочет научиться этим методам. Все возможно. Да, все это возможно, никогда не поздно. Но главное, понимаете, то, что ваш ребенок уже с первого месяца жизни осознанная личность, которую необходимо учить, которую необходимо развивать. Ну, теряете ли детство или нет, мне кажется, каждый решает сам для себя. Конечно, я лично считаю то, что себя. Нет. И поэтому вам, конечно же, желаю всего хорошего. Спасибо. Продвижения. Спасибо, что были у нас сегодня вас в студии. Гости. Обязательно приду, когда уже приглашение. До свидания, дорогие друзья. Смотрите «Универсальный формат» каждый будний день.